За первую неделю месячника по весенней уборке из городских дворов вывезли 23 тысячи кубометров мусора. Ежедневно работают больше 2500 дворников. Эксперты жилищной инспекции такими темпами пока довольны. На проверенных более чем 200 территориях многоэтажек специалисты не нашли нарушений, но на общегородской субботник все же призывают выйти. Репортаж Александра Вяткина. Это не программа ревизора, хотя тоже. Проверка чистоты и качества услуг. За работой управляющих компаний сейчас следят особенно пристально. Как убирают во дворах, сотрудники муниципальной жилищной инспекции проверяют ежедневно. За предыдущую неделю от проверенных территорий многоквартирных домов замечаний нет. Просмотрено 217 многоквартирных домов. Во дворе на улице Забалуева буквально вчера провели генеральную уборку. Избавились от мусора, который накопился за зиму. За порядком здесь следит не только управляющая компания, но и сами собственники. Мы сделали упаковки, как вы видите уже, что расширили места, дополнительные создали. Но, правда, за собственные средства автовладельцев. То есть раньше парковки не хватало? Раньше не хватало. У нас вот один парковочный карман всего. Вот, люди машины ставили на газоны. Теперь чистота и порядок. И впервые весной двор не утопает в талых водах. В прошлом году эти дома по улице Забалуева топило в буквальном смысле. Ливневой канализации здесь нет, и воды было по колено. Ей попросту некуда было уходить. Этой весной проблему удалось решить. Управляющая компания вовремя вывезла снег. За вывоз снега заплатили жители по 30 копеек с квадратного метра. Услугу включили в перечень обязательных работ на общем собрании жильцов. Сообща собственниками, и чистоту во дворе наведут на следующей неделе. Убираем вытаивший мусор, делаем ворошение, соответственно, и лед подколачиваем, весь собираем. А самая эффективная уборка будет это 23 числа, когда выходят не только управляющие компании и их сотрудники, выходят жители, и мы уже делаем чистовую уборку территории, ну и включая еще и муниципальную, потому что выходит и муниципалитет. Чисто там, где убирают. А сейчас в городе как раз идет месячник по уборке дворов. Ежедневно на борьбу с бытовыми отходами и грязью выходят более 2500 дворников. С силами обслуживающих организаций уже собрали и вывезли около 23 тысяч кубометров мусора. Если жители все же недовольны тем, как во дворе проходит весенняя уборка, то сообщить об этом можно по телефону горячей линии. Каждую среду с 2 до 3 она работает в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Александр Вяткин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости.